Nereye başlayalım? Artık buraya doğru. Bu hemen anlıyorum. Şöyle tripte karşıya babası zor belerdi. Kafe salır olmazdı. Anjali dedi. Bir de karşı bu sen de varış istedi ki. Nasıl çıkardı? Bana kurmadı o gün açıldı. Alpiniski zotları çıkardı. Alpiniski falan. Birinci oranını Zaninski zotta Anjan altın kolliyle uçuştu. Hazır ekstrem bo'yicha muhokamalarni birinchi o'rinda e'lon qilamiz. Ekstrem deganda tashqi ko'rinishi, yerlarning joylashuvi hammasi normada bo'lgan, standartda bo'lgan yechiklar ko'rsatib o'tiladi. Французская альпийская, которая имеет коричневый окрас,
или из Австрии экспортированные. И мы оценили, уважаемая экспертная комиссия, оценили коз альпийской породы и сейчас оглашаем результаты. Все козы, представленные на выставку, а я напоминаю, что первая оценка с присвоением комплексного класса проводится с 7-месячного возраста, поэтому вот малыши здесь, которые представлены, я просто о них потом расскажу, пока они постоят как почетные гости. Все козы, представленные на оценку, они типичны для коз молочного направления продуктивности. По общему развитию, по величине, по выраженности молочного типа здесь не представлено ни одной козы, которая бы не оправдала статус молочного направления продуктивности. Вот две козы, да, разные по окрасу. Но это козы альпийские. Я еще раз повторюсь, потому что окрас у них разнообразный. Это молодые животные, они перспективные. И, как вы знаете, они набирают гораздо больше. То есть по величине они еще вырастут до 3 лет и будут наиболее привлекательными. Здесь достоинство у нее очень хорошее имя. Я вам могу сказать классическое. 1/3 за задней конечностью, 1/3 вот конечностью и 1/3 выступает вперед. Соски направлены вперед. Из недостатков чуть-чуть развернуты в сторону. Но этот недостаток не критичный и не является пороком. Следующая коза. По сравнению с этой козой имеет преимущество, это более длинное туловище. Вы это также видите, и это является хорошим признаком молочной породы. Пока номинантов пропускаем. Это животное, вот все то же самое, что я говорила про последнюю козу, все то же самое относится к этому животному. Это животное молодое, но со всеми выраженными признаками молочной породы. По сравнению с ее величиной, величина вымени достаточно внушительна, что свидетельствует о хорошей ее молочной продуктивности. Следующее животное. Другое по окрасу, но это тоже альпийская порода коз. Ярко выраженный молочный тип. Из того, что сегодня мы видим, ну вот здесь вот голодные ямки, да, это мы не будем обращать на это внимание, потому что козы были в пути. И вы сами знаете, что если они не поели утром, то у них сразу западают бока. Но коза молочного типа, у нее хорошая форма, размер и крепление вымени. Из недостатков у нее есть дополнительный сосок на вымени, но он не мешает кормлению, поэтому это не является пороком. Следующее животное. Я предлагаю, хозяева, коз с внутренней стороны круга, а вы идете по внешней. Мы все будем видеть. Принято. Меня не видно, я маленькая. Зой болады. Ортан отца вар, дахшат болады. Где купай гетти бугал одан? Хорошая поправка, мы приняли ее. Следующее животное. Писка. Также обладает ярко выраженными молочными свойствами. Я уже про недостаток ее сказала. И немножечко, если смотреть по экстерьеру и если придираться, то у нее наблюдается небольшая горбоносость и некоторая веслоухость, что тоже можно предполагать, что в родственниках когда-то были нубийская порода коз. Это. Значит, следующее животное. Разнообразие окраса мы уже с вами поговорили. Он может быть разнообразный. И даже когда рождаются козы к Новому году альпийской породы, их называют рождественскими подарками. Потому что никогда не знаешь, какой цвет будет у
альпийской породы коз, и это всегда как бы в диковинку. Вот эта коза, как соль с перцем или перец с солью, также выраженный представитель этой породы. Из породного такого вот недостатка мы видим форма вымени, форма сосков даже. Она очень толстая, она будет неудобна для ручного доения. И, возможно, даже машинного, если маленький диаметр доильных стаканов. Немножечко хотелось бы видеть грудь пошире у этой породы, чтобы она была покрепче конституции и утолщены коленные суставы. Следующее животное, молодое животное. Как многие любят говорить, наши козоводы, это или французская альпийская порода коз, потому что во Франции разводят коз вот такой вот коричневой или бурой породы, в Австрии козы такой породы. И, как правило, фермы с таким окрасом козы, если не применяют козлов альпийской породы другого окраса, то и, как правило, рождаются только такой однообразный окрас. Это молодое животное со всеми положительными плюсами для этой породы. Следующее животное. Вот перед нами три представителя альпийской породы, которые имеют очень хорошее молочное качество. Это имеют, вот посмотрите, у нее и уши, и профиль головы, и ровная спина, крестец, конечности прямо поставленные под углом правильным, прямо поставленные передние конечности. И форма вымени, все спит, что это красивое, перспективное животное. Алда, что бринчо рано? Следующее. Какое же животное? Ма, оно не вердам леги. Вот она немножко вот... Ах, вару корзи? Стоит неправильно, она в стрессе. Если ее выглянет, то у нее крестец. Заненский сад, мотор был полный. Алтун сойлили сад, хапа был полный, анжоли, болли, бору. Витькила, Йошия, Харап, Пуйшкила, Капитала, Чурали, Бурли. Форма вымени, а высокая ее молочная продуктивность. А я еще раз напоминаю, что оценка экстерьера, даже если мы оцениваем как превосходный экстерьер 100, то это всего 30% общей итоговой оценки. Следующее животное. Яркий представитель альпийской породы. Здесь, ну, можно сказать, что здесь нет недостатков. Это и профиль, и прямо стоящие уши, и ровная спина, и выступающая, четко выступающая холка. Крестец, длинный крестец, и его угол наклона такой, какой нужно по породе, где-то там 40 градусов. О чем чувствует именно величина крестца и угол. Это свидетельствует о том, что вот это впечатление в имени боковой полагаться. И здесь достаточно крум. И здесь сапки. Они такие, как помещаются в руке. Они направлены туда, куда надо. И ее удобно доить как руками, так и аппаратом. Это коза номер 331, 847 является победительницей в этой номинации. Я отдаю микрофон. Айзле, альпийский ичкер юрташида, альпийский зотыга мансуб болган ичке, бугун чемпион Халилов Абдурашид акеге карашли болган 331-847 сон билан белгиленген ичке. Халилов Абдурашид акеге чемпион альпийский юнош бойчи и экстерьер бойчи. Кана Анжон? Кана Анжон? Сега Тайлингурский ячиклан Тайлинг, Зордолар. Бита Айлантроварас, Хама Корсен, чемпион. Мана чемпион. Бухозайлы, Чролик, Айлантрили, чемпион Айлантрили, чемпион. Мана Ватолар, чемпион Курили. Альпийский юнош бойчи, бүгүнгү чемпионымыз, биринчи орун алган экстрем бойчи эчки затымыз. Мана биринчилиги. Тагибурский эчкилерди тайлайбыз, ортолор.
shuncha yo'l bosib kelib, o'zini mehnatini ayamagan akalarimizga, ukalarimizga, do'stlarimizga rahmat hammangizga. O'zi hammangiz chempionsiz, hech kimni hamma ham ushamaydi. Endi sizlarni yordamingiz bilan shu ichkilikni ommalashtirish niyatdamiz. Albatta, ichki suti, ichki sutdan tayyorlangan mahsulotlarni dasturxonimizni bezab tursa, farzandlarimiz 7dan 70gacha bo'lgan yoshlarga foydasi to'g'risida ma'lumotlarni yetkazib turamiz. O'rtoqlar, rahmat hammaga. Chempionni kuzatamiz.